Рота глубинной разведки действительно вышла на ротацию с зоны ООС. И самое главное, вышла без втрат. То есть за этот заход у нас ни одной втраты. Это, будем говорить так, для нас очень ценно, потому что каждая жизнь бойца для нас это победа. То, что он вернулся домой, вернулся в свою семью, вернулся к своим родителям. Работали лучшие инструктора Европы, работали лучшие инструктора ССО. Я благодарен и третьему полку ребятам. Была очень тяжелая, кропотливая работа. Каждый день 10-15 километров у нас были марш-броски. Каждый день ребята занимались огневой тактической подготовкой. Это топография изучения, это инженеры, саперные дела. То есть все делалось для того, чтобы они стали профессионалами. И дела, естественно, говорят сами по себе. То, что они сделали, то, что они делали, то, что еще будут делать и дальше продолжать обучаться, потому что я же говорю, что у нас сейчас нарезано очень много подготовительных тактических мероприятий. Контакт! Пошел! Контакт! После пребывания, выхода из отпуска, у нас начинаются мероприятия подготовки, то есть слаживание батальона. Проходим мы воздушно-десантную подготовку, прыжки у нас будут, также программа ССО будет, спецподготовки, также самые штурмовые, будут инструктора и натовские инструктора. В общем, план мероприятий расписан до конца марта. Очень много сегодня желающих из других бригад, из других батальонов к нам, поэтому и даже наши криворожане, вот уже сегодня мне звонили 4 человека, буду встречаться из 24-й бригады. Очень много людей есть желание, это очень хорошо. Ну и, конечно же, и многие увольняются. Шел! Атак! Проблема! Рота глубинной разведки, она входила в состав резерва командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Наева Сергея Ивановича. Выполняла боевые задачи как в Донецком, так и Луганском направлении. Основной задачей было выявление расположения огневых позиций противника. И, естественно, для ведения успешного боя мы должны были четко знать, где находится артиллерия, где находятся танки, где находятся противотанковые, зенитные средства ихние. Также пункты наблюдения противника, ну и, конечно же, пункты управления. Все это делала глубинная разведка во всех направлениях Донецкой и Луганской областей. Также ставились задачи. Противник очень часто вел обстрелы с позиций домов, жителей, которые оставили и уехали, так званых серых зон. По нашим позициям, наведя тем вреда не только для нашей страны, но и для бойцов наших, было принято решение командованием ООС взять под контроль такие населенные пункты, и рота глубинной разведки вместе с бригадами, куда было направлено распоряжение, с кем выполнять, выполнила достойно этой задачи. Это Золотое 4, населенный пункт, серая зона, это Шумы, а также последнее, что мы взяли под контроль, хутор Вильный. На сегодняшний день перекрыты полностью проходы диверсионно-разведывательных групп, контрабанды и взяты, поставлены с постережной посты, то есть все взято под контроль. Это последние 2-3 месяца. Но мы ж работали и наблюдали за этими, не только за этими населенными пунктами. Я, допустим, принимал участие в 5 населенных пунктах. Как вы знаете, это Катериновка, Новоалександровка, я был ранен. Ну и потом уже пошло.
Вот. А были и другие, я не хочу называть, но где мы смотрели, где ждали приказ заходить. Но что-то мешало, что-то изменилось. Везде, где мы заходили, мы поставили наш прапор Украины. И туда уже поехали цивильные группы, гуманитарная, медицина. Поэтому сейчас там уже кипит нормальная жизнь. Украинский флаг первый раз. После 4 лет первый раз поднимается в золотом. Золотое. Помогай. Украина. Золотое, це Украина. Подождите, низ. Це буде добре, Україна. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Кузня кадрів, як говориться, Кривий Рог. Пацани у нас реально достойно выглядели, все награждены, государственными наградами есть. Вот. Я доволен тем, что рядом со мной такие бойцы. И Министерство обороны, и Главное управление разведки наше, и Генеральный штаб, и командующий ООС все отблагодарили ребят, всех наградили. Ну и еще ожидаем, я думаю, так к 6 декабрю. Но Збройних сил України все-таки ми дополучимо. Є у нас ордена і за мужество, і зразкової служби, і знаки пошани, і за честь і доблесть. Тобто всі, буквально всі ребята, ООС, коли взяли під контроль населені пункти, всі награждені командуючим ООС за звитягу, також козацькими крестами. Тобто без внимання ніхто не залишився. Ну що, з Богом. Пішли. Ну що тут? Многие вопросы мне задают и в интернет-ресурсах. Диванные, будем говорить так, фейсбушные парни, о том, где ты был раньше, с 2014 года, или там, допустим, встречаешься и говоришь, а что ж ты закончил дальше идти? Я свое отвоевал. Для меня точка зрения их, поверьте, неравнозначна, потому что значит отвоевал свое? Первое, ты пришел защищать свою страну, ты выбрал путь воина. Чему ты дошел? Что ты довел? Война не закончена. Иди дальше. Но ты закончил это. И сегодня говорить о том, что ты свое отвоевал, неправильно. Что касается волонтерских дел и волонтерского движения, меценатского, как вы знаете, я с 2014 года по 2016 год помогал. Сбройные силы Украины – это как маленький ребенок 2014 года, которому нужно было и питание, и одежда, и одувать его надо было, и одевать, и помогать. Растили этого ребенка. В итоге мы вырастили на сегодняшний день. Проблем таких, как раньше было, нет. То есть армия обеспечена. Сегодня, тем более, мы вышли на ППД. Питание гораздо лучше уже. То есть бойцы довольны. Поэтому армия уже набирает обороты именно в снабжении, я не говорю уже там тактическом снаряжении и во всем остальном. То есть то время, которое было на тот момент, это низкий поклон всем волонтерам и меценатам. То, что это делали, я еще раз говорю, огромное-огромное спасибо. 20:10, и у нас начинается дискотека. Скоро наш выход, маэстро. Я жив. Давай насыпай. Пошел.